Всем привет! С вами Сынуля Красотуля. Я уже позанимался, повозился с коньком. Смотрите, я когда метровый конек ставил последний, не метровый, он чуть больше, 1,20 м наверх. Вот я его поставил, потом отошел в сторону. Ну нормально, надо идеальней сделать его идеальней. И полез туда, в этот конек. Потом перематерился, в общем, перемучился, решил опять восстановить. А туда, на саму крышу, я сейчас уже пока не могу залезть. И поэтому решил просто обшивать, делать, оставить конек так, как есть. Вот этот метр, 1,20 м, наверное. Ну, не дотянуться мне даже на моих этих лесах. На 4 шестигранных самореза стоит, думаю. Его немного там оттопыривает, но не могу я ничем. Нафиг, плюнул. Больше времени потратил. Решил заняться этими. Знал бы, не полез туда. Тем более уже темнеет. Стемнело. Проверим переноску. Подшивать буду. Карнизы. Что тут у нас? Поработаем маленько. А что сегодня тепло, я решил. А почему бы и нет? В общем, поперли наверх. Перемучился. Переноску я. А буду эти. Немного выходят саморезики шестигранные. Надо их с доски, с 25-й, поспилить, посрезать. Все вот эти. Так, переноска сюда. Выкладывайся. А сейчас просто спилю, да, поподтягиваю. Могу даже импровизированные леса мои как раз здесь по стойке. Залазишь на них, у меня здесь рычаг есть. Все. И не можешь, сколько бы ни пытался, не хватает рычага забрать. Придерживаешься, и все. Ну, я подумал, ну и нафиг нам эта красота, да? С вами сверху все равно мало кто там видит. Тем более безопасность превыше всего. Красота. Ладно, начну сейчас спиливать. Так, у меня все здесь на месте. Все на месте. Не знаю, сколько такая погода простоит. Обычная зима, а не эта холодрыга. Я даже и не знаю. Опа. Контакт. И надо здесь. Есть.
они такие, это довольно длинные. Не было. У нас что еще из минуса взять? Вот смотрите, у меня вот этот идет коричневый уголок. Если кто-то вот смотрит, да, это видео. По идее, надо было на 10 сантиметров одного цвета. А так как там не было, 5-сантиметровый я взял. Ну ничего, обошью. 5-сантиметровый тоже нормально будет. Постепенно сделаю. Она, по идее, и так уже крыша закрыта. Люди годами живут, не заморачиваются. Вообще не заморачиваясь. А я хочу закрыть. Есть контакт? Есть контакт. Так, ну что? Дальше я переноску оставлю. Здесь тогда, пока она нам не нужна. Опа, железяки. Они, кстати, нагреваются. Кто не знает, сменю биту и перейду на это. Так, и перейдем, знаете, на что? Вот эту белую. Так, биту я взял к шуруповерту. Сразу здесь у нас все. Ой, присаживаемся поудобнее. Но все равно придерживаемся. И подшиваю профлистом, чтобы не торчало. Вот про этот уголок я говорил, если кто-то смотрит. Он, по идее, на 10 сантиметров, но не было. Там саморезов даже у них не было. Потому что все раскупают, разбирают. Когда он заказывал, вот именно такого цвета. Карнизы. Сейчас биту поменяем, да поедем здесь в обрешетку его шлепать. Так, в обрешетку. Там уголком закроется. Где у меня здесь бита, ее бы еще найти, эту биту. Куда ее убрать? Бита, ты где? Ну, ё-моё, не должен посеять. А, нет, здесь у меня. Хорошо, биту брал, которая наконечники не тупятся. Вообще, когда тепло придет, можно спокойно заниматься и с улицы, не напрягаясь. А так пока еще холодно. Холодно. Надо. А, нет, здесь уголок лягет. Так, где нам надо? Нам надо. Здесь нормально. Тоже уголок лягет. Нам надо. Все-таки вот здесь один. Кстати, саморезы я потом в прошлом понял, что лучше брать без этого, без сверла. Вообще, имея в виду, если в профлист, всегда проще без сверла загонять. Сейчас подтяну здесь все. Так, надо подтянуть. Ага.
есть контакт. Есть контакт, есть контакт, есть контакт. Сейчас он туда перейду. Одну эту надо закрыть у нас. Его. На те леса перейдем. Это пусть пока там лежит. Ой, строитель. Какого уровня? Да, медленно поползем. Туда. О, нормально. И сюда. А, вот. Вот. И вот эту можно отпилить. Прям сейчас я ее чеканул, да? Чеканем. Так, поскольку мы ее чеканем-то? Мы ее чеканем под вот эту. Жух. Так. Ага. Давайте сразу сейчас ее. Надо было уголок-то потом прикрутить. Ну ничего. Медленно, наверное. Мы сейчас сразу чеканем с вами. Жужжанем. Уголок надо было потом прикрутить. Нам не было удобно. Можно, в принципе, ослабить. Да ладно. Сейчас аккуратно его отпилим. Конечно, на земле проще все делать, но надо и так. Так, это он у нас пойдет вот так. Шурик сюда. У нас пойдет вот так. Все верно. Логично. Что ты нам скажешь? Ага. Я знаю, что ты мне скажешь. Давайте вот так. Нифига. Неудобно. Как же мне тебя... Я знаю как. Тьфу, стою, туплю. Что, совсем хватку потерял, что ли? Стою, туплю. Оттянуть и все. Да? О! Для чего человеку голова? А потом эти отверстия загоним и все. Ровненько. О! Человеку голова дана для того, чтобы не кушать не пельмешки. И мы сейчас ровненько здесь проведу, и будет идеально. Заморачиваться. Поехали. Кто меня сглазил-то? Кто ж меня сглазил-то? Что такое-то? Ну-ка, Игорь, настраивайся. Настраиваемся. Да. Сейчас я вот так пойду, короче. Иду! Иду, машина приехала. Иду!
Так, машина приехала. Ох, Миш, телефон же надо взять. А, там же этот. Блин. Скорее всего, Свалбергс. Так, спешить не надо. Да. Ладно. Е-мое. Это сегодня. Так, спустился я, пока поднимался за телефоном. Как раз корм птицам. Птичкам нашим. А я и забыл. Там возюк-возюк. Здесь еще для собак. Ой, это что это запечатанное? По-моему, тушенку я заказывал. Не знаю, что это такое. В общем, я не знаю, что я заказывал. Здесь все в полиэтиленовой упаковке. Вот в такой упакованной не вижу. Я вижу банки. 6 баночек. Я не помню, по какому заказу. Это тушенка. А птицам вот такой корм. Во, как раз им пакеты. Ой, скользко. Да блин, что я падаю вообще. Скользкота. Вроде оттаивать начинает. Скользко. А, занесу сейчас. Их получается 5 упаковок. Пойдемте мы сейчас с вами еще допиливать. Ту допилим и свернемся. Не знаю, не хочу я ее откручивать. Это она меня не держит. Сюда. Сюда. Фу. Корм, кстати, для птиц, знаете, из чего состоит? Состоит из, сейчас мы почитаем, такими я кормлю. Надо поменьше все равно кормить. Проглотов много, один я не справлюсь. Хоп, сюда коробочку. Состоит из состав: семечка подсолнечника, пшеница, просо красная, просо желтая, овес, ячмень. Применение корм для птиц. В общем, семечка подсолнечника, пшеница, просо красная, просо желтая, овес и ячмень. Как раз завтра один я возьму с собой. Давайте пойдемте делать. А, сейчас я занесу банки. Вот эти закину, чтобы они все равно на холоде не были. Я кто не начну замерзать и раздуваться. Так. Пойдемте допилим. Прижать бы надо с чем-то. Так и допилить. Снег сегодня с крыши упал. Сейчас доделаем. Дожужжим мы с вами. Идемте, сейчас ее дожужим и все залезем. Нормально будет. Темнеет уже. Темно. Ладно, настраиваюсь. Поехал, кто что-то у меня нет. Нифига толком.
Так. Так вот я сделал. Сейчас быстро ее пройдем и все. Не хватит на этом. Под внутренний этот и все. Потом уголком закроется и все. А нет, не закроется. А, нафиг. Пойдет, короче. Будем мы с вами заморачиваться. С вами заморачиваться. Вот и вся любовь. Вот и вся любовь. Ой, зато там косяк не повредили. Будем мы заморачиваться, правда, с вами? Вот и вся любовь. Тити, матюти! Снял нафиг она это. И все, вот заморачиваешься. Тютить, матютить. Назад ставим по дыркам. И все, и закручиваем. Зато эта сторона нормальная. Потому что этот на ту сдвигал. Вот так вот. Наращиваться мы еще будем. Нифига подобного. Во! Сейчас под уголок, чтоб придерживал. Во! Видите? Главное включать. Во. Во. Здесь настрою. Во. Красота будет. Теперь раз сюда. Все, стой. Стой. Заморачиваться мы еще будем. Так, смотрим по пазам. Садится идеально. Фиксируем хотя бы один. О, надо два. Подтягиваем. Во, и сюда. А, делов-то. Как говорится... Идеально, идеально. О, в эти же пазы. О,
в эту же. Да, многие вообще отпиливают на высоте, не заморачиваясь, шлеп-шлеп. Но если упор есть, конечно. Так. Натянем. Здесь придется на две просверлить. Здесь надо мне упереться будет ногами. Так, упираясь ногами. Есть контакт. Фу, в две пришил, потому что они в накладке идут, беленькие наши. О, красота же, красота, да и только. Так, здесь дальше поехали. Заморачиваться. Есть контакт. Ага. Так, а тут мне уже неудобно. Ну что тогда? Я делаю вот так. Я пока, если завтра будет такая же погода, мы с вами продолжим заниматься. Этот я уберу под крышу и отключу электричество. Туда. О, под навес. Все остальное мы с вами собираем. И все сюда. Через ножку. Да. Да. Заморачиваться мы еще будем, правда, что чик-чик и все. Там еще подтяну завтра. А делал я вот что. Делаем мы с вами вот что. Мы будем протягивать, подшивать вот лист, карниз. Подшивать он под эту. Потом уголки внутренние пойдут, внутреннего окраска. Но это потом. Будет тепло, будет все замечательно. Ладно, с вами был супер-мега строитель 550 уровня. Вот здесь я подшивал, с брательником подшивали, уже 10 лет стоит. Уголки на 10. Вот. Вон там я дотянуться сверху не смог. Вон конек видно, как оттопырен. Видно? Вот так вот. Печалька такая. Все, фиг с ним. Обесточиваем электричество. Идем до дома. И ставлю фотоаппарат заряжаться. Переоденусь отдыхать. Потом мы с вами распакуем, поснимаем. Еще кое-что. Все, с вами был Ильич. Всем пока-пока, мы еще увидимся. Здесь я тоже подшивался. Да я все здесь делал. Хватку потерял раньше. Хрось, хрось, нормально. Нормально. Все заморачиваться. Еще будешь. Ладно, с вами был Санулик и Сатуля. Всем пока-пока.